Это второй этап выставки Союза независимых художников Москвы и Московской области в поддержку беженцев из Донбасса и Луганска. Все средства, собранные с выставки аукциона, предназначены напрямую людям, которые нуждаются в помощи. С того момента, как была создана эта художественная экспозиция, прошел уже год. Время для подведения итогов продаж и дальнейшего планирования. Со своей стороны, конечно, мы поддерживаем информационно, мы стараемся как можно большему количеству людей показать, что здесь происходит, дать им узнать об этом, подключаем средства массовой информации, рассказываем об этом, естественно. Ну и, конечно, само помещение, сами условия мы также поддерживаем. Конечно, помощь и поддержка нужна, да, никто такой задачи с нас не снимал. Так что надо помогать, творить добро, особенно в преддверии Нового года. Около 90 художников решили выставить здесь свои полотна для благотворительной акции. Работа выполнена в разных стилях живописи – от сюрреалистических пейзажей до академических портретов. Вопреки ожиданиям, за год продалось не так уж много картин. Это предлог, когда люди приходят с деньгами и говорят, что им не нравятся работы. Вообще-то это акция политическая, и здесь есть и любители. Но есть здесь очень сильные работы, которые, если человек не лжив художник и просто свое «я» не ставит выше цели той, которая поставлена, то он, безусловно, не будет хаять эту выставку по причине того, что здесь имеются работы, на которых глаз задержится и душа задержится. И пусть обстановка в горячих точках Украины на сегодняшний день несколько нормализовалась, зачехлять полотна пока никто не собирается. Для свободных художников не существует аргументов, чтобы не продолжать творить и поддерживать людей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Это в сотый раз доказывает, что искусство способно вылечить любые душевные раны. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».